Продолжается строительство мостового перехода через реку Партизанская на автомобильной дороге Находка-Лозо Ольга Кавалерова. После запуска временного моста специалисты усилили работы по возведению постоянного строения. Так Примавтодор начал изготавливать плиты для мостового перехода. Также на производственной базе делают практически все изделия для строительства мостовых сооружений. На сегодняшний день мы изготавливаем 3 штуки изделия. Ну и вспомогательные части. Ну, основные этапы подготовка металлоформ, изготовление арматурных сеток для данного изделия. Арматурных сеток закладных изделий. Арматурные сетки укладываются в металлоформы согласно проекту. Устанавливаются закладные изделия, все это фиксируется. И в дальнейшем происходит укладка бетона. Бетонные изделия уже прошли тепловлажностную обработку, теперь их проверят на готовность в лаборатории, после чего детали для стапеля отправятся в производственный городок для дальнейших работ на реке Партизанской. Основной мост будет сдан в конце года. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.